вітання усім телеглядачам програми «Діалоги». З задоволенням представляю гостю студії, яку запросила до телеспілкування. І разом із вами, шановні телеглядачі, отож, Наталя Володимирівна Родіна, психолог, сучасний теолог, парапсихолог, біоенерготерапевт. Наталя Володимирівна Родіна – психолог, сучасний теолог, біоенерготерапевт, парапсихолог. Є засновником і керівником Центру розвитку свідомості «Шлях до досконалості» з 2010 року. Член Міжнародної асоціації народної медицини та нетрадиційних методів лікування. Освіта вища – психологія, економіка і спеціалізована медична Київського медичного університету. Наталя Родіна протягом 20 років досліджує сучасну теологію, космологію, хвильову генетику, основи квантової фізики, астрологію, екстрасенсорні можливості людини, древні сакральні знання і прийоми середньовічних цілителів. Наталя Родіна – автор оригінальної системи навчання, в якій зібрано кращі методики різних напрямків. Більше 10 років практичного досвіду роботи в сфері лікування, оздоровлення і навчання людей. За 5 років в центрі пройшли навчання велика кількість людей з Києва, Одеси, Дніпропетровська, Харкова, Донецька, Вінниці, Житомира, а також з Росії, Білорусі, Італії, Великобританії, Канади та Сполучених Штатів Америки. Вітаю вас, Наталю Володимирівну, в нашій студії. Завжди бажана гостя не тільки нашої студії, нашого міста і тих людей, які завдяки вам почали новий шлях в житті. Отож, 2010 рік. Рік створення Центру розвитку свідомості «Путь к совершенству». Чи знали ви, що задовго до цієї дати, Наталя Володимирівна, що створений вами центр розпочне нову віху в історії розвитку людства 21 століття? Знала и всю жизнь к этому стремилась помочь миру, стремилась найти тех людей, те души, которые нуждаются в помощи, которые находятся в страданиях. Знала и знаю, что этих людей будет все больше и больше, и те знания, которые я даю человечеству, они будут по всему миру, по всей земле. 6 років роботи центру, десятки міст. Тисячі ваших учнів, від бізнесменів, зірок шоу-бізнесу, професорів, науковців до домогосподарок. Що єднає їх, цих різних за статусом людей і навіть різних за інтелектом на ваших семінарах? Наталя Володимирівна. Наверное, желание постичь знания, желание научиться управлять собой, своей жизнью, желание научиться жить счастливо, потому что очень разные люди действительно и вековой уровень, и статусный уровень, но всех людей этих объединяет желание постичь истину. Ну и, конечно же, как большинство из них, они нуждаются в помощи, они нуждаются в том, чтобы разобраться в своей жизни. Они хотят счастья, они стремятся к счастью, они хотят быть здоровыми, счастливыми, успешными. И тот успех даже у людей, у которых есть это финансы, какие-то там бизнес-проекты, он не всегда даровал им ранее счастье. И вот когда они приходят к нам, начинают работать, они делают переоценку всему происходящему в жизни и материальным ценностям также. И начинают ценить то, что нельзя купить за деньги. И только тогда и в этом случае понимают, насколько счастлив человек. Ми в цій студії багато тем піднімали, власне, щодо того, які ви пропонуєте для розгляду на своїх курсах, на семінарах. Сьогодні ми говоримо загалом про роботу центру. 6 років – це дійсно багато. Це великий досвід у тих людей, які беруть у вас знання. Це, власне, ваш досвід в цьому житті. Програми центру, на чому вони побудовані, Наталя Володимирівна? В первую очередь разобраться в себе, научиться управлять своими мыслями, научиться управлять своими эмоциями, научиться управлять своим состоянием здоровья, научиться быть осознанным человеком, то есть не идти, знаете, как вот многие люди, все, ты чего вот побежал, все побежали, и я побежал. Вот люди, которые приходят к нам, и наша работа, она дает возможности и понимание человеку, что нужно жить жизнь осознанно. К примеру, делаешь ты что-то в своей жизни, а мы всегда делаем что-то, у нас всегда есть выбор, ежемгновенный выбор. Зачем я это делаю? Что будет потом, когда я это сделаю? Какие будут последствия всего того, что происходит в моей жизни? Вот, наверное, осознанность, понимание –
уровень развития интеллекта, уровень развития умственных способностей, уровень развития сверхспособностей человека, потому как мы в своей работе развиваем три единства человека – тело, разум и дух. Это три единства, оно нуждается в полном, целостном и объединенном развитии, целостном развитии. Только в этом случае люди приходят к очень высоким результатам и успехам в своей жизни. Поняття курса, курси для усіх людей різне. От люди розуміють, курси водіння, курси кулінарії, курси шиття, курси знань Наталі, від Наталі Родіної. У вас є так звана нулівка, у вас є перший рівень, другий рівень, третій рівень. Що лежить в основі всього цього, Наталя Володимирівна? Це питання хвилює багатьох. Жизнь. Друзі мої, жизнь. Ми займаємося творчим процесом жизни. Нулевочка – это базовый уровень, который объясняет все, почему все так на планете, почему такой уровень деградации, что произошло, история нашей планеты, почему человек страдает, как выйти из замкнутого круга страданий, почему люди болеют, как выйти из этого круга, как стать здоровым человеком, как научиться управлять деньгами, и в том числе и событиями своей жизни. Как научиться быть всегда энергетически заряженным, иметь энергетический импульс и потенциал. Ведь энергия – это сила, это то, что дает нам жизнь. Энергия и есть жизнь. Вот это только база наша. Дальше идут очень серьезные механизмы. Механизмы, которых вы не встретите ни в книгах, ни в интернете. Поэтому я очень бдительно подхожу к каждому своему учащемуся. Эти механизмы даруют возможности человеку быть устойчивым, сильным, управлять своим сознанием, развивать свои умственные способности, управлять полностью своей жизнью и всеми процессами, планировать, выбирать, создавать, то есть производить творческий процесс. Более того, благодаря этой работе человек развивает свое сознание, он расширяет себя как личность, он становится выше, он становится сверхчеловеком. Конечно, для того, чтобы достичь этого уровня, необходим очень высокий уровень знаний. Потому как приходят все люди, они не понимают, они не знают, в чем дело, что тут, чего тут, что тут будут делать с ними. И когда они осознают, когда они внутренне переосмысливают саму жизнь, имея тот уровень знаний, доказательства, то, что вы ищете. То есть сомнения развеиваются, человек начинает работать. Более того, каждый видит изменения в жизни. Наверное, это является самым сильным доказательством тому, что все то, чему я их учу, работает как точные часы. И вот, наверное, вот эта результативность, она и является двигателем, дальнейшим двигателем к устремленности, к дальнейшему обучению. Второй уровень – это очень высокий уровень, после которого я открываю сверхспособности людям. Ясновидение, яснознание, работает у людей уже интуиция. Они имеют способности восстанавливать энергетически себя и других людей. Они могут помогать в реальности, формировании реальности своих близких. К примеру, кто-то попал в сложную ситуацию, и мои учащиеся могут помогать своим близким. То есть человек получает механизмы жизни, творчі механізми, які працюють як точні часи. В цю неділю відбудеться відкритий семінар в галереї «Інтершик» вже за звичною адресою. Власне, яка буде його тематика для всіх тих, хто прийде вперше на зустріч зі своїм новим життям в статусі вас, Наталя Володимирівна? Ми будемо говорити об управлінні реальністю. Зараз ми читаємо такий цикл лекцій в різних містах. И этот раз мы поговорим с людьми о внутреннем состоянии, об убежденности. Мы поговорим о том, как прийти к этому счастью. И поговорим о том, что это не наигранное счастье. Многие ведь не верят. Люди как-то, они, знаете, они внутри сомневаются, потому что многих людей обманывали. Обманывают везде. Обман стал нормой жизни. Поэтому мы поговорим о тех реальных уже событиях, о той реальной помощи, которую люди получают. Ну и, конечно же, дам своим пришедшим в зал людям, будущим своим учащимся, пусть даже не учащимся, знания и советы, которые им будут помогать в жизни, насколько это возможно. Очень сложно, друзья мои, помочь человеку, который не занимается. Очень сложно. Понимаете, для того, чтобы человека
Чтобы человек переплыл с одного берега на другой, его нужно научить плавать. Плавать научить я вас научу, но переплыть надо самому. Вот это нужно понять. То есть я поделюсь с вами всем, я сделаю все, чтобы вы были счастливы, наполнены, здоровенькие. Но выполнять эту работу нужно вам самим. То есть все то, чему я вас обучу, этим просто надо в жизни потом пользоваться. Не пользоваться только ту неделю, которую мы занимаемся. Это сонастройка будет ваша, а в дальнейшем применять эти механизмы, методики, знания в повседневной жизни. Вот эти люди все достигают прекрасного успеха и результата. Знання, які ви даєте людям, Наталя Володимирівна, це ключ і путівка до успіху, до здоров'я, до нового життя. Це дійсно стимул ставати ще кращим, змінити себе перш за все. Цим знанням потрібно відповідати. Є в російській мові таке гарне слово «соответствовать». Власне, ці знання дійсно не можна почерпнути з певних книг, їх не знайдеш в інтернеті, і не потрібно тут шукати подвійного дна. Це знання, які вам приходять від Творця? Чи правда це, Наталя Володимирівна? Чи правда те, що є інформація, яку дійсно ви щитуєте? Да, друзья мои, в это, конечно, сложно поверить другим людям, они не могут объяснить этого процесса, хотя этот процесс уже имеет и научное объяснение, и подтверждение. Знания, которые я вам несу, это знания, которые дают мне свыше. Но я вам скажу, изучая жизнь этой планеты, я увидела, что эти знания были и ранее. Их оставили, как вы многие слышали, когда-то боги, которые пришли сюда на планету. Знание, истина, она одна, и она одна будет во все века. Была, есть и будет. Немножко трактовать будут по-другому, но истина, основа, всегда останется одна. Это творческая сила, которая создана Создателем. Это знание, которое создал сам Создатель и Творцы, которые создают нашу жизнь и управляют реальностью нашей жизни. Они не могут измениться. Они и через 1000 лет, и через 10 000 лет будут те же. Но эти знания могут немножечко трактоваться по-другому, и силовое поле, силовой фон может также усиливаться. Поэтому знания, которые даю вам, знания, полученные свыше. В книгах этих знаний встретить невозможно. Эти знания всегда скрывались, они всегда были под ключом в определенных структурах, и люди не знали об этом. Вы знаете, я каждый раз, сталкиваясь с нулевочкой, набирая этих людей, работая с ними, давая им эти знания, всегда вижу такое удивленное лицо. Они смотрят, у них вот такие, знаете, глаза по 5 копеек. А потом они уходят с этой информацией, они все это прорабатывают, как мой учащийся говорит. Вы знаете, вот вчера он мне говорит, сейчас пошел на нулевку вечером, я до 3 часов ночи интернет шерстил для того, чтобы понять, для того, чтобы найти всему этому подтверждение. То есть человек начал пробуждаться, он начал уже осознавать, он хочет доказательств. И вот вчерашнее наше занятие, я думаю, рассеяла все его сомнения. Хотя сомнения всегда есть у людей, и для этого им и дана жизнь. Знания действительно истинные, знания действительно ценные, и, как вы правильно сказали, им действительно необходимо соответствовать. Злой, разрушительный, ненавистный человек – это тот человек, который не заслужил этих знаний, и этому человеку я знаний не дам. Дам только тем, кто достойный, кто излучает свет, любовь и заботу людям, кто не имеет внутреннего состояния наживы себе побольше, побольше и только себе, а с другими пусть как будет. Нет, друзья мои, это неправильно. Это не по-творчески. Творец всегда творит созидательное вещество. И я хочу, чтобы вы каждый задумались над моими словами и стали созидательной творческой силой. Основна мета Центру розвитку свідомості «Путь к совершенству» – це дати можливість людини розвивати свою свідомість. А ви, Наталя Володимирівна, поєднуєте духовний розвиток людини з науковими знаннями, з хімії, біології, генетики, квантової фізики, космології. Чи кожному під силу осягнути це все? Чи є люди, які здатні отаку глибу знань підняти і нести з собою?
Скажу вам, что это непросто. Но опять-таки, я же готовлю человека. Так. Я готовлю человека постепенно. Я рассказываю ему и даю ему эти знания на таких, ну, примитивных примерах. Затем мы углубляемся в изучение действительно науки. Ведь все состоит благодаря науке Творца-Создателя. И постепенно объясняя человеку, вот вчера мы на первой ступени, я людям объясняла устройство пространства, устройство космоса, как устроено все, как наше физическое состояние проявляется, как проявляются другие параллельные миры, то, что вы слышали, да, каким образом соорганизовывается пространство частиц, из которых все состоит на этих уровнях, как это все происходит, что выше нас, что дальше, какие есть миры, какие есть жизни, какие есть планеты, как мы, каждый живущий здесь на этой планете, с этим совсем взаимодействует. Что такое торсионное поле, что такое квантовая частица, из чего все состоит и из чего мы с вами состоим. Ведь мы есть вся одна единая структура. Все создано из одной и той же энергии. Она называется сегрегата. А вибрации этой энергии плюс химические элементы в космосе – 1000 химических элементов, из которых все состоит. Для людей, які у вас навчались, які особисто знайомі з вами, ви не просто вчитель, ви глибоко духовна, яскрава особистість. Ви саме та людина, яка багатьох за руку привела до дверей, відчинивши які, людина бачить світло в своєму житті. Кожен ставить собі запитання, чи можу я хоча б трішки дотягнутися до вашого рівня, стати також світлою людиною, яка нестиме це світло в життя? Наталя Володимирівна, чому в одних після ваших курсів життя запалюється яскравими барвами, а інші ніби теж пройшли курси, але разом з тим стовбичать на місці і чекають, коли ж той день в календарі, коли розпочнеться вже якісь зміни? Ну, наверное, потому что они стовбичать. Вот они ничего не делают в своей жизни, они не пользуются. Человек ленивый, да? Да, он всегда хочет, чтобы за него кто-то что-то сделал. Вот он пойдет, он заплатит деньги там и там готов на все, только чтобы ничего не делать. Но, друзья мои, ведь это же невозможно. Вы каждый являетесь ответственны за свою жизнь. За все то, что вы выбираете, что вы создаете в своей жизни. Вот поймите же это. Я вам дам это все, но нужно взять и самому сделать. Конечно, когда вы работаете в процессе нашей работы, конечно, вы проходите определенный уровень сонастройки. То есть ваш уровень вибраций энергетики, уровень вибраций ваших клеток, ваших генов, он меняется, он становится высокочастотным и уже притягивает к себе более частотную, чистую информацию, за счет чего вы и восстанавливаетесь. Но это только неделя. Затем, имея этот импульс, имея эту силу, нужно дальше развивать ее в себе. Если вы ленивы, человек, ничего не будет. Но если вы трудоголик, успех гарантирован. И здоровье, и успех, и личная жизнь, и процветание, все. И это все происходит с моими учащимися. Это не обман, это правда. Саме оці сумніви штовхають людей на роздоріжжя. І ніби хочу змінитись, а разом з тим, а раптом це щось таке, що працює не для всіх. Інший думає по-іншому. От так, як ви кажете, піду заплачу кошти якісь, і разом з тим все зміниться. Потрібно працювати над собою, так? Тобто ви у нас в Вінниці, з вами працюють учні, ви від'їздите в інше місто, повертаючись назад до нас, і відчуваєте, хто працював, хто не працював. Так, Наталя Володимирівна? Звісно, кожен із них подходит ко мне, вот они каждый раз перед каждым курсом проходят собеседование. Да. И подходит человек, и я вижу, его энергетику, насколько он работал или же лентяйничал. Я им так и говорю, вот вы вот, да, да, вот не дорабатывала, ну то-то, то-то, то-то. Вот. И вижу человека, который работал над собой, над своими мыслями, над своим внутренним состоянием. Его энергия излучает свет, он позитивный, он прекрасно себя чувствует, и жизнь меняется у этого человека. Вы знаете, трудности, которые я испытываю в работе, особенно для новых людей, вот когда я набираю эти курсы, набираю начальный уровень, состоят в том, что люди не верят, нет веры. Первая мысль у них, которая возникает в отношении меня, что ей надо, в чем подвох,
Неужели она вот такая действительно, как она себя преподносит? Или, может быть, она другая? И вот первый день, второй день занятий, они все ищут подвох. Потом становятся все родственниками, потом все друзья, потом все понимают, что подвоха нет, и начинают работать над собой. Вот такие вот переломные этапы люди проходят. И я их понимаю, ведь их обманывают везде. Я понимаю. Друзья мои, это, наверное, проблема номер один сейчас – обман. Я же учу вас всех быть чистыми и честными, никого не обманывать. Потому как чем больше вы обманете других, тим більше ви будете обмануті самі. Отакий своєрідний непростий етап переродження проходять всі ваші учні. Це не просто для багатьох. Зрозуміти, що в житті є щирість, є прозорість в стосунках, є чисті думки. У вас є дуже гарний вислів – «Думайте, що думаєте». Вас можна багато в чому цитувати. Власне, про силу думки, Наталія Володимирівна, і чи дійсно можна запрограмувати, працюючи з тими механізмами, які ви даєте, себе на те, аби очистити голову від брудних думок і посилати для себе, перш за все, позитив? Про силу думки. Мисль – це перший процес творення вашої життя. Мисль – це вибір. Любая мысль сопровождается эмоциями. Эмоция и мысль – это первичная тонкая вибрация, которая на тонком уровне уже создала вам реальность. Тонкая реальность, если существует, обязательно эта реальность проявится на уровне физическом. Так можно объяснить все то, что происходит в жизни каждого человека. Вы скажете: «Боже мой, но я никогда не думала заболеть онкологией, я никогда об этом не думала». Но если вы покопаетесь об этом, вы поймаете себя на мысли, что когда-то вы где-то подспудно там, подсознании боялись очень этого. Раз боялись, значит думали об этом. Раз думали, конечно, это происходит. Плюс еще много причин, которые вызывают это очень сложное заболевание. Вот вам и процесс. Другой человек, мечтая построить дом, он мечтал об этом всю свою жизнь. И уже живя в этом доме, хотя еще не построив, но мысленно и эмоционально живя, он уже его создал, этот дом. И так складываются обстоятельства, что этот дом появляется в его жизни. То есть мысль – это первичная творческая сила, дарующая возможности вам проявить в жизни все то, что вы выбираете. Ведь вы творцы своей жизни. Тільки так. Після кожного відкритого семінару, власне, такий відбудеться в неділю в галереї «Індершик», ви проводите своєрідний відбір людей для того, аби вони стали вашими учнями. Деяким доводиться відмовляти. В чому тут секрет цього відбору, Наталя Володимирівна? Если я вижу, ярко выраженное сомнение и недоверие ко мне, оно есть у многих людей, но у одних больше, у других меньше. Если я вижу, человек подходит и спрашивает у меня: а мне это надо? Этому человеку я сразу отвечаю: нет, вам это не надо. Вы еще пока не заслужили это. Если вы до сих пор, услышав все, объяснив все, услышав, не поняли, что это вам надо для того, чтобы спасти себя в этой жизни, спасти души свои, жить счастливо. Если вы не понимаете, что вам надо жить счастливо, тогда таким людям я отказываю. Отказываю также людям, которые очень ненавистны, агрессивны, которые такие, знаете, очень сильно озлобленные. Если я вижу, еще можно как-то поправить эту озлобленность, ну, она тоже ж по определенным причинам у человека. И создана не просто так, она нарабатывалась уже годы жизни, годами жизни. Я беру таких людей и работаю с ними. Но если вижу ярко выраженную агрессию, ярко выраженное, знаете, такое сумасшествие зомбическое, многие секты людей зомбируют у нас. Иногда к нам приходят такие учащиеся, которые просто зомби. Они не осознают, что с ними происходит. Их агрессия их переполняет, и они бросаются просто на людей. Таких, конечно же, я не возьму. Ну и еще один фактор, по которому я не беру людей, это разрушенный мозг. Если человек в своей жизни пил очень долго, ну, десятки лет, понятно, что там уже мозг, он уже разрушен настолько, он не сможет осознать тех знаний, которые даю людям. Ведь наша работа построена в первую очередь, как вы сказали, на науке. Наука, духовность и философия. Мы изучаем тонкие энергии, из которых все состоит. Знания, які ви даєте людям, для багатьох це дійсно
своєрідна туристична життєва путівка на новий шлях. Цими знаннями треба вміти послуговуватись. І чи дійсно, розвиваючи за допомогою певних механізмів свою свідомість, людина може керувати здоров'ям, успіхом, життєвими обставинами? Це дійсно працює чи ні? Це питання, яке теж багатьох хвилює. Понимаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать этот вопрос не мне, а моим учащимся. Так. У меня это работает, и у людей, которые работают над собой, это тоже работает. Но многие не могут понять, почему же, как, за счет чего оно работает, за счет чего человек, научившись управлять своими мыслями и эмоциями, может достичь результата. Но мысли и эмоции – это начальный уровень. Здесь еще и питание. Здесь еще и выбор, устремленность, убежденность, которая также играет важный процесс в жизни. То есть здесь еще многие факторы играют очень важную роль. Но, друзья мои, так было, так есть и так будет. Помните, как вам в Библии написано, сначала было слово. Ну, слово и мысль, они едины. То есть мы говорим то, что мы думаем с вами, да? Мысль и слово едины. Поэтому мысль, эмоция – это первичная творческая сила, дарующая вам проявленное состояние. Обратите внимание, просто проведите такой эксперимент. Если вы утром поднимаетесь и ощущаете в себе какие-то недомогания, возьмите себя в руки и поймите, что эти недомогания вызваны какими-то уже причинами. Какими причинами? Иногда человек в своем внутреннем состоянии хочет, чтобы его просто пожалели, чтобы на него обратили внимание. И он себе, знаете, начинает себя, ну, внутренне как бы подавлять. Вот я несчастная, вот на меня никто не смотрит, вот мой муж мне стал мало уделять внимания, вот мне так вот сложно. Вот это состояние уже создает болезнь внутри. То есть вы не хотите быть успешными, счастливыми. Вы не думаете о том, что я счастливая, я радостная. Да у меня все вот так вот. Я самый счастливый человек в жизни. Тогда вот так и будет. Когда вы начинаете ныть, как моя учащаяся говорит, хотя бы перестаньте ныть. Так вот, когда вы ноете, вы уже создаете определенные разрушительные процессы. На клеточном уровне уже происходят разрушительные изменения. На тонком плане вы уже заболели. Своим внутренним, таким больным внутренним ментальным состоянием вы уже больны. Но когда вы, утром пробудившись, ага, что-то там носик у меня, да ничего страшного, пройдет, выпью чаю с лимоном и на работу. Жизнь прекрасна, солнце светит, как все хорошо, лето на улице. Все, ваша болячка уйдет, как и не было ее. То есть все зависит от нашего внутреннего состояния. Как живут пессимисты и оптимисты? Просто обратите внимание и сделайте свой выбор. Кажуть, оптимисты таки вертят земну кулю. Хочеться до них доєднатися. Вислів «від долі не втечеш». Чи можна за допомогою практик і механізмів, якими послуговуються ваші учні, Наталія Володимирівна, дійсно дещо змінити в своїй долі? Приклади життя. Ну, наверное, не что-то изменить, а все можна изменить. Друзья мои, человек наделен великой творческой силой. Он вступает в резонанс с этой энергией, и он, научившись ею пользоваться, тонкими энергиями проявленного и непроявленного пространства, может все создать в своей жизни, все. Не сомневайтесь ни на минуту, вы созданы по образу и подобию Творца. А что делает Творец? Творит. Создает. Вот и вы каждый создаете. Как научиться правильно создавать свою жизнь? Можно ли действительно этого достичь? Можно, но только в том случае достичь хорошего результата, когда вы сами этому соответствуете. Ведь невозможно взять, сначала не отдав. Невозможно насытиться любовью, сначала не даруя любовь другому человеку. Невозможно стать богатым, сначала не способствуя в богатстве другим людям. Невозможно, иначе вы будете иметь потери. То есть законы космоса, законы энергии говорят о нашей любви, о том, что сначала нужно стать чистым, добрым человеком. Нужно быть отзывчивым, нужно быть порядочным, нужно быть честным. Это тоже очень-очень важно. Нужно быть открытым. Вы скажете, боже мой, да такого сейчас затопчут и заклюют.
Ничего подобного. Меня же не затоптали. Моих учащихся никто не топчет. Наоборот, все говорят: «Боже мой, как вы изменились! Куда вы ходите? Чем вы занимаетесь?» Люди вызывают интерес у других людей своим счастьем, своими изменениями. Разве ж это плохо? Это прекрасно. Но этого может достичь только созидательный человек. Вы скажете тогда, что происходит с разрушительными людьми? Друзья мои, человек творит на всех уровнях, и на низких вибрациях зло и разрушение, и на высоких вибрациях добро, созидание, успех, удачу, процветание. Какой процесс творения мы с вами выбираем, зависит только от вас, от каждого из вас в вашей жизни, и никто не имеет права вмешиваться в это. Вот почему каждый человек создает свою судьбу. Да, мы приходим в эту жизнь уже с заготовками, прошлыми заготовками, но все равно. И эти заготовки тоже не просто так вы приносите в эту жизнь. Тоже для чего-то, чтобы взрастить в себе новое качество, чтобы стать еще лучше, еще чище и прийти туда, куда устремлены все ваши души, в райскую обитель. На своих курсах вы навчаете людей самих себе відновлювати. Багато хто не розуміє цього, як це можна себе відновити. Ми звикли пити пігулки, якщо у нас щось болить, йти до лікаря, не завжди знаходимо того лікаря, який нам допомагає. Чому одним це вдається, самовідновлення знайти в собі, а інші все-таки чекають, що є в організмі кнопочка, нажавши яку, можна змінитися. Я вам скажу, что кнопочка есть. Где она находится? Она находится в нашем сознании. Вот здесь она находится. Как только вы это понимаете и можете нажать эту кнопочку, метод плацебо, да, вы тут же можете достичь самого великого результата. Вы сейчас, сегодня можете стать совершенными, как только вы в это поверите. Ваша вера, ваша убежденность. И есть та кнопочка, о которой вы все мечтаете. И вы каждый во что-то верите. Одни верят, что механизмы им помогут, им помогают. Другие верят, тоже верят в то, что механизмы не работают и им не помогут. И они им не помогают, и они у них не работают. То есть срабатывает то, в чем мы с вами убеждены. Запомните это. Вот секрет вам. Если вы убеждены, что это вам поможет, это вам поможет. Ведь ваша убежденность и есть та кнопочка. Она запускает внутри вас процесс создания вот этого или же вот этого состояния. А все зависит от вас. Вы и есть та кнопочка вместе с вашей убежденностью. Кажуть, звичка формується 21 день, це якщо так фізіологічно. За який період можна сформувати вміння мислити правильно і позитивно, навіть якщо десь там якась думка негарна з'являється в голові? Як людині працювати в цій системі, Наталія Володимирівна? Ну, надо время, каждому надо, каждый человек индивидуален, нельзя сказать, что вот для всех вот так и вот так правильно, нет. Каждому человеку нужно подходить индивидуально, все зависит от многих-многих факторов, сколько жизни человек прожил, какой уровень интеллекта, умственных развитий он имеет, насколько развита его душа, насколько развито и расширено его сознание, то есть от многих факторов. И у одного очень быстро это удается, другому надо время, чтобы немножечко себя перенастроить. Есть механизмы, которые вам в этом помогают. Прочитать книгу прекрасно, но этого мало. Необходимо запустить механизм, то есть тот маховик, который вас произведет и создаст вам вот это новое состояние. Вот этого в интернете нет, и никогда вы этого не встретите. То есть это то, что я даю своим учащимся, наделяю и сонастраиваю их на эти механизмы, методики, может быть, вам так будет понятнее. То есть это то, что запускает этот процесс. И у каждого он есть, у каждого. Но у каждого это происходит все по-своему. Что помогает нам в этом? Убежденность раз и дисциплина. Когда у Шику Хавьера спрашивала духовная личность, которая вела его, Шику Хавьер – это известный медиум, посмотрите в интернете. Когда он спрашивал, что же мне нужно для того, чтобы выйти на новый уровень. И он ему говорит: три основных вещи. И он спрашивает: какие? Дисциплина. Ну вот хорошо, я согласен. Еще что? Дисциплина. Ну хорошо, да, я согласен, дисциплина нужна. А что третье? Дисциплина.
Вот что нужно человеку – дисциплина и осознанность. Это помогает людям принимать правильные решения и не ошибаться. 6 років Центру розвитку свідомості «Путь к совершенству». Десятки міст, де ви вже маєте своїх учнів. Навіть далеке зарубіжжя. І там є ті, хто сьогодні нове життя вже формує завдяки вашим знанням. Наталя Володимирівна, як тримається оце все? Як вам вдається такий великий конгломерат людей об'єднати в одній силі? Бути гарними, світлими людьми. Скажу вам непросто, но возможно. Я вам открою такой секрет маленький. Когда я работаю с людьми, эти люди, они подключаются ко мне, к моему энергоинформационному источнику. Как они говорят, если что-то где-то не так, там чего-то, да, они сразу: «Ой, Наталья Владимировна, помоги, 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 помоги!» И помогает этим людям. То есть они берут энергетически мою энергию, и эта энергия, как психическая энергия, творческая сила, помогает им пройти те или иные трудности и сложности. Неважно, где они находятся, на каком континенте нашей прекрасной планеты они находятся, неважно. Этот контакт, он ежемгновенен, он на квантовом уровне, а квантовые частицы, они и здесь, и везде, повсюду, по всему космическому пространству. Да, я стараюсь вести этих людей. Вечером я всегда работаю, работаю в механизмах, наполняя этот мир светом, любовью, радостью. И эти частички света и любви получают, конечно же, и мои учащиеся. Я люблю вас, друзья мои. І вас люблять ваші учні. Це достеменно так, Наталі Володимирівні. Я маю сьогодні можливість від тих сотень учнів сказати велике спасибі вам за те, що ви є. І в цьому спасибі дуже багато. Наталя Володимирівна, власне, люди звикли так мислити, що якщо отримуєш якісь певні знання, ти досягаєш рівня. От як закінчуємо школу, університет, певні курси, як відбувається в системі навчання в Центрі розвитку свідомості «Путь к совершенству»? Чи є тут межа досконалості? І коли вже можна сказати «Ось ця крапка» і від цієї крапки я кажу вам дякую і починаю жити сам? Я вам скажу так, друзі мої. Є начало, но конца этому пути нет. Конец, если и существует, а он существует в раю. Только в раю мы становимся совершенными. Но даже многие люди не знают, что такое остров рай, если он действительно, или это выдумка кого-то, где он находится. Друзья мои, есть начало, но это процесс вечности, пока человек в своем самосовершенствовании не станет таким, как сам Создатель. Вот тогда можно будет поставить точку. Но и это будет не точка. Став таким, как Создатель, человек начинает создавать, он уже не человек, он уже Создатель. Он таким, как его создал Создатель, по образу и подобию своему. Он начинает создавать миры, вселенные, осваивать космическое пространство и помогать другим инопланетным цивилизациям. Ведь мы все есть одно. Есть начало, но путь этот – путь в вечность. Более того, когда вы работаете, занимаетесь и работаете с нашими механизмами, вы выходите на такой высокий уровень, что вы приобретаете статус вечности. Это много для человека. Это значит, прекращается процесс смертей, і ви починаєте жити вічно. А чи буває точка відліку назад, Наталя Володимирівна? Я маю на увазі, є люди, які досягають і оцей відчувають політ після певного рівня знань, а потім у них відбувається так, що вони починають розслаблятися, і життя починає показувати свої каверзи. Таке буває? Повертаються на нульовий ступінь? Буває таке. Буває таке, друзі мої. Знаєте, що мішає їм? Соціум. Так. В первую очередь, когда они к нам приходят, они после моей работы начинают работать над собой, начинают заниматься собой, работают в практиках, в механизмах. Их знакомые, их родственники, они не знают вообще, чем они здесь у нас занимаются. Одни говорят, вы магией занимаетесь, другие говорят, так ты в секту попала, все понятно. Если ты занялась собой, ты точно попала в секту. Вот так люди, то есть у людей нет другого представления о том, что человек, может быть, начал развитие себя как личности. То есть об этом никто не может додуматься, в это никто не верит.
И вот этот социум начинает давить моих учащихся. Он тянет их вниз. Да ты шо? Да ты с ума за? Да ты то? Да ты... Ну и, конечно, не все могут устоять. Но те, которые устояли, затем приводят и тех неверующих ФОМ, которые когда-то их тащили обратно. Когда человек не смог устоять, не смог выдержать, ну, это его выбор. Это его выбор. Начинает все сначала. Но я вам скажу, что даже когда ты упал эмоционально, духовно ты упал, ты всегда помнишь, как тебе было хорошо тогда, когда ты был на высоте. Все помнят. И душа все-таки устремляется к тому хорошему. Потому что падая, ты опять себя ввергаешь в трудности, в болезни, в сложные ситуации, в разрушительные ситуации. И ты понимаешь, осознавать, как было тогда и как теперь. И они опять начинают карабкаться шаг за шагом. Все начинает сначала, но потом, вы знаете, их убежденность еще сильнее. Я вам скажу так, друзья мои, никогда не поздно все начать сначала. Можливо, вже це початок, оцей новий початок буде цієї неділі, відкритий семінар Наталі Родіни в галереї «Інтершик». Наталя Володимирівна, з чим потрібно до вас завітати? Можливо, тут потрібно якось готуватися. Це для тих нових людей, які до вас однозначно прийдуть в неділю. Беріть свої душі і приходіть к моїй душі. Беріть своє сознання і приходіть, соединяйтесь з моїм сознанням. Беріть свої тіла і ведіть їх туди, куди вони вас направляють. Друзья мои, наша работа – это работа для всего мира. И для тех, конечно же, кто придет в это завершающее воскресенье, которое мы с вами проведем вместе. Возьмите воду, я наполню ее своей силой и энергией. Она будет вам помогать, она будет восстанавливать вас энергетически. Берите блокноты и ручки для того, чтобы записать мои рекомендации и советы, с которыми я щедро буду делиться с каждым из вас. Багато знань для того, аби себе підготувати до певного етапу в житті, люди хочуть черпати з інтернету. Так влаштоване сучасне життя людини 21-го століття. Безумовно, деякі, перш ніж познайомитись з вами особисто, теж відкривають сторінку в інтернеті, читають, що ж це за особистість. І навіть після тисячі переглядів і багатьох сайтів кожен ставить собі запитання, ви його читаєте в очах і в душах. Хто ви, Наталя Володимирівна Родіна? Як ви можете, власне, відповісти на це запитання, яке тисячі людей хвилює? Хто ви? Я не ожидала цього питання, скажу вам відкровенно. Я вам скажу от що. Не прийшло час, коли я змогу відкрити вам, хто я. Але всі люди, хто зі мною взаємодействував, хто вчився у мене, коли-то будуть розуміти і осознати, хто їм давав знання. Не прийшло время, друзі мої, не прийшло время. Але час такий цікавий. Він має різні свої висновки для людей, різні практики. Це вся та дійсність, яку ми черпаємо і створюємо свою реальність. Ця реальність залежить тільки від нас. Цього ви нас навчаєте, Наталя Володимирівна. Тому хочу почути я і всі телеглядачі ваші побажання і настанови. А вже в неділю прийти і осягнути всі знання – на відкритому семінарі, який ви будете проводити. Прошу. Не могу не сказати. Сьогодні у нас наша ведуча настільки прекрасна, настільки сіяє енергією, настільки наповнена, вона переповнена сьогодні, що, от, наверное, частиці її світу повністю окутали всю цю прекрасну студію. Спасибо вам большое від всього свого серця. За вашу искренность, за ваше понимание, за вашу осознанность, за ту чистоту, которую вы несете людям. А вам скажу так, друзья мои, будьте чисты сердцем и душами своими. Излучайте любовь, не играйте в это, станьте чистыми и добрыми. Научитесь по-настоящему любить. Что значит по-настоящему любить? Любить и ничего взамен не требовать, наслаждаться состоянием любви, того, что вы любите. Старайтесь жить осознанной жизнью, делая что-то в своей жизни. Задавайте всегда себе вопрос, а что будет потом? Какое последствие я буду иметь потом? Как я буду или созидать, или же разрушать себя?
задавайте себе вопрос, будьте осознанными и устремляйтесь к совершенствованию. Счастья вам!